титановой кастрюле фирмы «Новая Земля» объемом 1 литр 250 мл. Комплект выполнен из титана, что делает его очень легким. Масса всего комплекта составляет 231 грамм. Из них основная кастрюля весит 124, а крышка 107 грамм. Крышка имеет достаточно большой объем для того, чтобы быть использована как отдельная емкость для приготовления, например, в качестве сковородки или в качестве миски. Объема основной кастрюли достаточно для того, чтобы приготовить пищу в походных условиях на троих человек. Также кастрюля может быть использована для приготовления пищи на четверых при условиях жесткой экономии массы и присутствии в вашей раскладке сублиматов. Крышка плотно закрывает кастрюлю, что позволяет сэкономить время и топливо при приготовлении пищи. Силиконовые ручки на крышке и кастрюле позволяют не обжигаться, когда вы готовите. Такой комплект вполне можно ставить и на горелку, и на костер. В основную кастрюлю легко помещается баллон объемом 230 грамм. Также там остается место для того, чтобы положить туда небольшую горелку и несколько сублиматов. При этом крышка плотно закрывается. Данная кастрюля является идеальным решением в походных условиях для троих человек. Идеально подойдет для горного туризма, альпинизма и других видов аутдор-активности, где вы хотите сэкономить массу.